Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании Mitsumi на цоколь H4, это Big Xenon идет. Температура освещения 4300 Кельвин. Оставляется у нас две лампы. Вот так вот они выглядят, в принципе, стандартные лампы. Цоколь H4, ближний и дальний свет в одной лампе. Идет мощность у них 35 Вт, подключаются на 12 Вольт, и также к каждой лампе подсоединяется еще отдельно блок розжига. К блоку розжига ведут два коннектора, вот такие вот. Так, ну и на питание 12 Вольт идут разъем также двухконтактный. Подключили мы проводку для того, чтобы показать, как светят лампы. Блоки взяли на цоколь H4. Обычные, вот такие вот небольшие, Slim стандарта. При выборе ламп, что нужно знать вообще, какие вещи? Это первое, какие разъемы установлены в блоках розжига, чтобы они обязательно подходили. Есть два типа, есть CAT и AMP. В данном случае у нас AMP разъем. И также какая мощность блока. Блок 35-ваттный, значит и лампа должна быть также 35-ваттной. По подключению ничего сложного нету. Все подсоединяется разъем в разъем. Раз и два. Два разъема подключаются на питание, вернее, не на питание, а от блока розжига. И один маленький двухконтактный, вот такой вот, на питание 12 вольт. Вот, все. Одна лампа готова. То же самое делаем со второй лампой. Два разъема от блока розжига и один питания. Все, лампы у нас полностью подключены. Осталось на вилку подать питание 12 вольт, что мы сейчас и сделаем. Подключаем питание, лампы у нас загораются, в течение нескольких секунд набирают свою мощность и яркость. Яркости, конечно, к ксеноновым лампам не занимать. Они светят все очень ярко, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона нужно корректировать фары. При покупке на комплект распространяется гарантия. Кстати, как переключается ближний и дальний. Вот так вот. На дальний свет переключатель все отлично работает. При покупке, как я уже сказал, распространяется гарантия на лампы. Более подробные характеристики и стоимость комплекта ламп вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.